Здравствуйте! Начнем мы это занятие с повторения формулы производной произведения функций. Из этой формулы мы попробуем получить формулу интегрирования по частям. Итак, предположим, нам дано произведение функций f от x умножить на g от x. Давайте вычислим производную этого произведения. А производная произведения равна производной первой функции, умноженной на вторую функцию, плюс первая функция, умноженная на производную второй функции. Теперь давайте запишем первообразные для обеих частей этого равенства. Если мы запишем первообразную для левой части, то это будет f от x умножить на g от x. Константу мы пока дописывать не будем. И это равно интегралу от f' от x умножить на g от x по dx плюс интеграл от f от x умножить на g' от x по dx. Давайте теперь из равенства выразим эту часть выражения. Для этого отнимем это слагаемое от обеих частей. В результате получится f от x умножить на g от x минус интеграл от f' от x умножить на g от x по dx равно. Это то, что нам нужно выразить. Интегралу от f от x умножить на g' от x по dx. Пожалуй, поменяем части равенства местами. Копируем и вставляем сюда. Левую часть мы тоже копируем, но вставляем уже на место правой части. Мы всего лишь поменяли местами части равенства. Это и есть формула интегрирования по частям. Давайте возьмем ее в рамочку. Если нам нужно найти первообразное произведение двух функций, то она будет равна этому выражению в правой части. На первый взгляд эта формула кажется довольно сложной. Мы должны определить сначала первообразную второй функции в произведении, потом вычислить производную первой функции. Словом, все сложно и запутано, но на самом деле, и вы в этом убедитесь на следующем уроке, эта формула облегчает и ускоряет ряд вычислений. На этом все. До скорых встреч!